Привет, друзья! Мы часто с вами помогаем различного рода благотворительным мероприятиям. Помогаем по-разному, делаем репосты, вносим деньги на счет или организовываем какие-то акции, мероприятия. Но, как правило, они направлены на сбор средств на здоровье какого-то ребенка или взрослого человека, или на помощь человеку, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации. Мы почему-то никогда не жертвуем на какие-то позитивные и радостные вещи. Случалась у вас когда-нибудь такая ситуация? Вам безумно хочется поехать в какое-то место. Это становится навязчивой идеей, это некая ваша мечта. Но зачастую нам начинает что-то мешать. Это и наша работа, это и отсутствие времени на отпуск, это и отсутствие финансов. Но, может быть, мешает что-то вот здесь? Я, например, мечтаю поехать в Казань. Это точка роста. Это мультикультурный город с потрясающей историей. Это город, в котором сочетаются сотни религий, сотни языков, сотни интересных и разных людей. Кроме того, в этом городе очень много интересных мест. Мест, которые запомнятся и найдут отклик в сердце у каждого человека. А кто-нибудь из вас мечтал оказаться в Казани? Я думаю, многие скажут «да». И я вам готов в этом помочь. Я помогу вам осуществить вашу мечту, оказаться в тех местах, в которых вы хотели оказаться. Я буду делать видеоотчеты, присылать вам интересные зарисовки, делиться своими впечатлениями. Что потребуется от вас? Да сущий пустяк. Вам нужно просто помочь набрать энную сумму денег, чтобы я смог отправиться в это путешествие. Сумма эта совершенно небольшая – 7800 рублей. А первый взнос я сделаю сам. От вас будет нужно помочь с 5000. Эти деньги будут потрачены на проезд, на проживание, на питание и минимум взят на посещение каких-то интересных платных мест. Это видео – вызов. Вызов вам. Расширьте свои границы. Отправьте со мной в увлекательное путешествие. И стоит это совсем немного. О подробностях того, как вы можете помочь мне в моем путешествии в Казань, в описании к этому видео. Если ты еще не созрел, чтобы реализовать свою мечту, помоги это сделать мне.